Жители Каспийска Рамазан Рашидов и Шамиль Рамазанов, пропавшие 16-17 июня этого года, были обнаружены во взорванном автомобиле BMW вечером 27 июня на федеральной трассе «Кавказ» в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом их родственникам сообщили силовики. Сестра Рамазана Аният Рашидова рассказала Кавказскому узлу, что нашла изуродованную машину брата на штрафстоянке Карабудахкентского отдела полиции, где и были сделаны эти фотографии. По версии силовиков, в машине сработала бомба, которая перевозилась для организации теракта. Но следов крови и гари в салоне автомобиля, по ее словам, Аният Рашидова не увидела. Родственники пропавших отправились в то место, где машина была обнаружена. Но и здесь они не нашли следов гари. Именно поэтому версия о самоподрыве молодых людей им показалась несостоятельной. Родственники уверены в насильственной смерти Рамазана Рашидова и Шамиля Рамазанова.